Всем привет, дорогие друзья, с вами Зомбак и мой друг. Мы играем Данил на TV. Сервере Crystallic Custom Steam House. Так, теперь... Да. Кого забанили? Кого бан... А, понял. Самые любимые классы мои забанили. Ну, бывает, да, что такое? О, мечник, я мечник, у тебя кто? О, ты в курсе, у нас урон бешеный будет. А твой, да. Подожди, там же процентов соотношение вроде, да? Чем больше книг, тем больше у тебя этот атака вроде. Да, типа одна книга, два урона. В смысле, одна книга, два урона, один урон. Два? Она же один урон дает. Сейчас в другую комнату. Давай, 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 давай. Так. Ты не умри! Че, книга выпала, да? Не-не-не, юзай. Ты книги жизни, ты будешь у нас живой щит. А если ничего будет броней вести, а не как в прошлых играх один шлем. У меня, в принципе, тоже не везет. Часто. И у меня зелье... Смотри, зелье замедления или зелье отравления, что лучше? Второго уровня. И замедление. Травилка или замедление, не знаю, давай травилка. Или замедление. Замедление на боссе хорошо. Замедление на боссе. Давай замедление. Мы, если не дойдем, значит, да. Судьба такая. На меня, короче, какой-то черный. Потому что нам единственное, кому выпали книги. А я где-то. Они еще скелеты, они сами себя убьют. Ладно. О, убили. Это вообще офигенно. Я, кстати, забыл просто игре использовать. Кстати, да, ты в прошлом раунде. Да, у меня с вещами вообще все везет. Это не везение. Это не везение, мне просто взяли регенки и выпало, и все. Причем даже не. Мне выпал алмазный шлем. Это повторение прошлого. Да. Но мы не отчаиваемся. Мы должны выиграть, наверное. Тем более я мечник, у меня все равно урон-то повышенный. А я громозверь. Западня. Они медленные. И там слабые. Монетки хотел я забрать, и я их не успел забрать. А чё у меня первый месяц? А потому что там книги выпали. Две книги. Или книга урона поди выпала, или еще что-нибудь. Или монетки заюзованы. Не, монетки бы мало дали. На такой волне, да, наверное. Я хочу, чтобы все слились и остались только мы вдвоем. Так. Костя вор. Найдемар. Так, мечник, ловкач, Горгона. На первом месте у нас голем, вот это опасно для нас. Голем, желтый. Летом. Раз, голем. Древний там еще големом. А, ну, в принципе, все остальные довольно слабые. Мечники тоже нам дадут. Такое себе. Ну, в принципе, фиолетовые уже слились. Там голубой команде еще голем и ассасин. Так, это ведь не мы деремся? А мы кто? А, мы не деремся. Мы голубые? А, мы синие. А, да, мы синие. Так. Лук. Нифига у них у обоих луки. Я поставлю чуваков, которых луки. Да. Ты на... Я не знаю. Кстати, у серых тоже есть шансы выиграть. Давай. Я не знаю. Все не знаю. Так, так, так. Вот. Блин, у тебя нетворд слишком высокий. У меня всего 891 монета. 200 000. 200 000? 200 000, да. О, монетки. А вы издеваетесь? Это офигел, почему ты ко мне не привел? Я за монеткой хотел сходить, а не... Чего? Так, интересно. Ты где, Натя, ко мне? Я сзади. Ты где? Я сзади. Так где? Подожди, подожди, подожди. Да, ну не бегай. На, дай.
Да, мы голубые не против... заслуживают. О, мы выиграли, кстати. Чисто, чисто железный меч чар. И на все чары. Да. Так, они, кстати, они выиграли, да, ведь? Они не участвовали, я думаю. Да, нет. Здесь, смотри, против я поставлю, я поставлю... Я на самом деле на голубых поставлю 200. А я 350 поставлю на черных, я не буду много ставить, проиграть. Потому что... Ну, первое место по нетфорсу, тем более. Вторые. Да, у нас очень много. Короче, я понял. Донс погнал, блин, у него больше нетфорса. Давай иди первый у тебя. Давай, как я сам. Ты, в принципе, все волны можешь сам про... Офигеть. Они вообще на изи их прошли. Как? Ну что, бывает. У тебя доход застал. Какой теперь будет? Две монеты просто. Нет. Да. У тебя тоже 202. Они бы его уже давно завалили. Да, две монеты просто. Доход составил две монеты. У меня 341. Ура! И мы нетфорсы до сих пор. Тут у тебя нетфорс маленький. У меня пока 3000. Да, да, да. Кто книжки юзал? Я одну книжку юзал. А я их не юзаю. Я жду, когда они дороже станут. Мне лук нужен. Мне срочно нужен лук. И броня. Мне вообще все нужно. Мне даже брони нет, между прочим. Да? Да, ну, да, да, да. Нет, у тебя есть броня, это да. Твоя мускулы. Стальной пресс. Мы деремся. Гигачат. Да. Против чуваков, у которых все есть. Ну, у них нет одного. Синего сморфика? А. Силы духа. Силы духа. А у нас... У нас синий смурфик. А у них черный какой-то нубик. Это тень. Мама. Тень, мама. Ура! Ура! Ты книгу купил, да? Ты шипы купил? Зачем? Я ничего не покупал. У меня нетворс не прибавился. У меня как муку, у меня прибавится нетворс. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, убей, 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 убей. Давай, да! Ура! Там голем просто влетел, голем, они с големом тебя расфигачили и все. Че смотри. Не, я лучше вот это возьму. Это круче. У меня сила первого уровня, правда, обычная, и меч на все чары. Да, 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 у меня вообще ботиночки. Алмаз, да. Ботиночки. Так, черный я опять. Да, хорошо, 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 хорошо. Я тебе вообще я помогать не буду с пауками. Я поставлю на белых 250. Я поставил очень большую ставочку. Ставку на 198 на белых. Там у них челик с каким-то странным давай, скином. Давай. У тебя зелье силы? А, нет, мне черный не нужен. У тебя книга урона выпала. Это генерация, знаете, книга апгрейда. Апгрейд из Кавриген. Там генерация и апгрейды. Это где? Сегодня... Минус 198. Да, минус 198. Ё-моё, как так? Он проиграл. Иди сюда. Иди ко мне. Ты выиграл? Нет, где? Ты где? Иди сюда, иди на спам. Да сюда, точнее. Привет. Давайте сейчас книгу отдам, я покачаю шлем один раз, и ты мне даешь книгу. Shift нажми. Почему я передать не могу? Всадники апокалипсиса. Чё там пьёшь? А тебе они нужны? Нет. 150 на голубых залю. Почти. Каково дело, каково дело, да, один поэт. Книга апгрейда. Ура. Все,
у меня доход застава минус. У меня минус, так-то не у тебя. У меня минус, между прочим. Давай, умри, умри, давай. Сюда, доход со ставок наконец-то не минус. Голубые против черных. Наконец-то. О, май гад. Возьму тогда. Можешь, пожалуйста, взять, пожалуйста, книгу? Дай мне эту вот. Апгрейда. Да капец, у меня брони вообще нет. Да, я в лав пару 2-3 раза. Было. Еще раз ставлю 400, а надеюсь, я не победил. Ставить на профи. Иди, они тебе нужны. Они мне не нужны. Я к ним ваншоты теперь, мне нужно к ним урон. Ты их не ваншотаешь, а я их тоже не ваншотаю. Я их не ваншотаю. А способность, ведь способность на игроков потому тоже ведь, да, влияет? Или нет? Да, чувак просто в лаве покупает. О, почему? Зачем в лаве купается? Только не слили! Не факт, ты еще можешь выиграть, кстати. Нет, ты уже не... А, да ты можешь выиграть! Все, ты выиграл. Да-да-да, ты выиграл. А, да. Черный мне тоже не нужен. Мне нужен токсичный. Так, я купил шар. Токсичный муравьи мне нужны. Так, покачались. Давай, Наид, поставим, мне просто денег нет. Мы первое место по нетворсу, у тебя нифига, у тебя сколько денег. А у тебя сколько книг заюзано? Одна жизнь. Нифига себе, ты мощный. Чё? Ладно, давай. Давай. О, конечно, у тебя брони больше. У меня меньше брони. А я купил. А я шар вообще не купил. А? Не купил. Я вообще ничего не купил. Я вообще ничего не купил. Ни шар, ни шапы. Все, понял, кто здесь богатый, да? Минус 68, ё-моё. Ну, 987. Сколько? Да. Не могу. Нет. Как ты в команду опять пишешь? Да. Так, давай, голем. Это не хитрый план писать в команду. Никто не видел мои мысли. Мы все скатились. Я был скрытный. Мы очень скрытные. Из-за того, что я просрал ставку, мы на последнем месте, мы на первом месте. Ура, мне тоже манит. Он мне нужен, в принципе, поэтому я радуюсь. Ты делаешь? Давай теперь сюда. Я на черных поставил. Я на черных, а ты? Ты на белых поставь, черные против белых. Это величайшая битва. Это как Танос и Халк. Я теперь-то прыгну. О, покинул игру кто-то. Мои, давай, хорошие, давай. Я, кстати, сделал ее сильно сделал, короче, не выпил, взяли силы. Мне было на 3 урона больше, быстрее. О, ты много денег получишь, если ты выиграешь. Если не выиграть, они проигрывают пока что. Ты должен много денег получить, ты должен. Сын мой, ты должен получить. Если он будет хороший взгляд, я получу. Нет, я не проиграл, мы так проиграл. Плохо, кстати. Я хотя, возможно, выиграл. У тебя шансы есть, еще больше шансов. Нет, у тебя шансов нету, все. У тебя нету шансов. Как, ну, бывает, это все-таки игра на самом деле.
Доход от ставок минус 1184. Мне чуть побольше, у меня доход плюс 505. Так, давай. Тебе нужно шипы и шарф купить. Шарф тебе что дает? А там типа молния может бахнуть, когда я использую свой навык, по-моему, там молния бахнет. Это хорошо. Это то есть дополнительный. Это же дополнительный урон. Чисто урона сколько дает? 2? Там оно цепляет на 2 секунды, а так-то, ну. 6 чистого урона, это чисто, по-моему, это либо. Это 3 сердца. Получается. Если я правильно понял. Не знаю. Мне, кстати, надо этот, только. Кроссовочки. Не кроссовочки. Ой, не кроссовочки, а штаны нужны. Я фулла маска. И мне хороший и меч нужен, по факту. У меня меч вообще говно. У меня книг урона 0. Я точно вообще пробивать не буду. А уже раунд 11. У меня броня, у меня только алмазный шлем вкачанный на максимум. Они тебе нужны, иди. Мне не нужны, мне нужны тактичные. Убегать их не ваншоту, я не пробиваю, да. Это я их замедлил, зелькой. Это я замедлил своей зелькой. Да. Молодцы. Давай, красавчики. Это у кого молния бабахнула? Это ты активировал? Нет, это не активировал. Е, сюда, бабки наши. Доход от ставок минус 1046. Ты же выиграл. Да, но мне это особо не прибавило. Блин. Хоть бы карта не огненная. Блин, карта еще огненная. А у них луки. У обоих причем. Где? Моя броня, конечно. У меня по броне все хорошо. Но... О, один вышел, мечник. А, он опять зашел. Вернулся, блин. Это плохо. Чё, как думаешь, мы выиграем? Ты перышко можешь купить? Нет. Или тебе нельзя купить? 387, я на что потратить. Я перышко не ставлю. Так это. Красава. Одного убили. Отходи, у него шипы. У него тоже огнеупорность. Урда! Сюда деньги! О, наконец-то что-то прибавилось. Так, давай купим урон. И все, больше мне ничего не купить. Ведь... А я покупаю. У меня, в принципе, 10 урона железный меч, правда. У меня 9,5. Да. Но я урон почти не качаю. Я буду прокачивать урон. Тебе нечего, да, качать? Мне вообще нечего качать больше. Нет, то, что у меня было теле огнестойкости, теле огню, да, это очень, кстати, повезло. Ну, нам, видишь, был бы у нас лук бы. Тебе пещерные нужны. Мне нужны токсики. Кстати, почему-то не использовал. Она по 10%. Да, наверное, ой, я выполнил квест. Убил этих. Мне кажется, они нужны были. О. Да они вообще просто... Как они проигрывают? У них лучше же все. Да я не понимаю. У них все намного лучше, чем у нас было. Они намного, нам проиграли. Причем, и карта для них специально была. Да, потому что у них обоих луки, у нас обоих луки. Или у тебя не было лука. А, у меня вообще было, ничего правда, не... Не лука, ничего. Ну, короче, я опять минус. О, сюда! У меня... Я фулл алмазка! У меня сила вторая теперь. Мы микс пропускаем. Блин, у них сила! О, у них луки прокачанные. Сила 2. Сила 1. Прокачанные! Сила 2. А у тебя что за сила? А подожди, у тебя сколько урона? Нулевая. На мече 9,5. Плюс зелика, плюс у меня сейчас урон 10 просто. Это я, он один раз только прокачан, и все.
Карта для них, карта для них. Я попал, кстати, в него один раз. Ну капец. Ты убил его? Нет, я никого не убил. Блин, помоги! Я сам сейчас. Убил! Я блин, сейчас меня убьют! Меня убили. Да! У меня брони нету, они меня даже убивают. Как мне до него добраться? Не знаю. Ну все, это как. Как он. Просто даже что. У меня нет брони. Они меня из лука, они мне очень много. Да, я еще шипы убил. Ну как себе? Да, ё-моё! Ладно, в следующий раз. Оставили, то они шизофреники. Маленькие зомби, они меня нужны. Кто ж победит? У меня, в принципе, они меня не пробивали так сильно. Кто же победит? Я думаю, победит один джугрок. Нет, у него все плохо. Да, у него вообще все плохо. Ну ладно. Не, ну если не все вместе на него набегут, то у них много шансов. Ну да, у него... Не, почему? Маленькие зомби никому не нужны, да? Нет. Тогда я покупаю, я буду сейчас книги урон закупать. Но мне больше нечего закупать и качать. Половину я завалил, замедлил. Я одного один остался. У меня доход минус 781. Лук, мне пришел лук. Это хорошо. У меня отравление второго уровня. Второго уровня. То есть одно. Меня эти свинозомби не мне. Я еще буду сейчас агрить. Давай ты их агришь. У тебя броня вкачана, ты броню качаешь вообще. Защита 2, пока все на защите 2 стоит. Ну я, у меня вся... Качай дальше, качай на груди. Я все качаю. Качай пока что дальше броню. Ты будешь танком. Мечник будешь танком, потому что грамотный, конечно, танк, но он не будет. У тебя все равно больше же, да, здоровья, чем у меня? Я не намного на 2 строчки. На 2 строчки, 100! Замедление кинул. А чё, она на 2 секунды, что ли? Я не вынес, нет. Ты их будешь убивать? А я не могу. Давай, убивай их. Если одного убью, давай пробивай их тоже, почему ты не бьёшь? Их там мало. Да, конечно, они мне больно пробивают. Нет. А мне они вообще чуть ли не будут шотать, мне кажется, будут. Они не переагриваются. Они не переагриваются. А вот там этот вот в турке я его буду называть Фуфл Шмерц. Короче, у него одна жизнь. У него одна жизнь. Это, кстати... Ну, ему не повезло. Ура, наконец-то. У меня 12 урона, но у меня зелька силы нету, у меня, в принципе, ничего нет. Такое. Мне бы зелька силы бы второго уровня, это офигенно было бы. А у меня второго уровня зелька силы. И у меня на мече 12-5 урона. Ну ты должен хорошо пробивать. Да. Но я хочу, но я могу, но я буду много получать. Капец, этот зомби на меня один залит. Ну они, в принципе, они мне не ноги сносят. Я не смогу больше. Так. Они, в принципе, да, они мне так себе сносят.
Так, давай, давай, давай. Должны, 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 должны. О! Так, у моего друга проблемы с интернетом, поэтому... я попробую один выжить. Постараюсь. Даже так. Так, вкачаем лук. Сейчас можно, в принципе, монеты все заюзать и получить много, причем. Так, замедление. Так вот. Нифига у тебя. Сила, реген. Сила, шипы. Я понял. Так. Теперь получается. Ну как, мы все равно на втором месте по Netforce. Ну хотя бы. Ну, 5 команд, в принципе, неплохо осталось. До босса мы, мне кажется, дойдем, но не факт, что мы его пройдем.
Блин. Так. Ай, больно. На. А почему? На. Так, давай подкидывайте меня. Угу. А, ладно. Ну, сколько-то мы ему снесли, да? Ну, в принципе, если бы мы были бы вдвоем, мы бы выиграли бы его. А так, получилось как обычно. Так, ставим на левых. Разбойники. Вот это очень сложно. Причем многие подлетают, даже которые не в теме. В принципе, броня у меня прокачана на защиту 3. Почти вся. Вот так вот. Так, давай, давай. Первое место я, да. Так. Давай, 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 ваншотаем, ваншотаем, давай, 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 мы можем, мы справимся. Нет, мы не справились. Ничего страшного. Так. Мы должны выиграть его. Так. Давай, 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 давай. Е-бой. Так, и мы еще ставку выиграем, кстати. Это хорошо. Да ведь? Да, мы еще ставку выиграли. Зомби-воины. Мгновенный урон возьму. Так, надо в броню, да? Да, в броню. И вот это прокачать. О, вот так лучше. И поставить на... Вот на эти. Они 100% должны выиграть. Доход со ставок 1001. Бонус деньгам 25%. А когда это случилось? Офигеть. Я в шоке. Так, давай, давай, давай. Огрейтесь все. Так, взяли на сколько? Одну минуту ведь. Больно, 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 больно было. Так, давайте, умирайте, пацаны, умирайте, пацаны, пожалуйста. Ладно, потеряли, но ничего страшного. Так, давай, 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 давай. Все вы должны умереть. Давайте. Будем вот так ходить и кликать просто, в принципе. О, я еще один квест выполнил, это очень хорошо. Так, давай, 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 давай. Умри, 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 умри. Так, молодец. Давай, давай. О, еле-еле выиграл. А, они еще дуэлятся? Ничего себе. Офигеть. Так. Ну я, блин, еще ставку проиграл. Ну это не страшно, в принципе. Да, это не страшно. Вот страшно, что у меня одна хпшка. В принципе, от боссов я буду сейчас только если будет сейчас... А, сейчас босс голем. Да. Давайте все равно один медальчик купим на всякий случай. Будем сейчас побегаем, вдруг они... Многие умрут. Первый слив и сразу. Ну да.
Мне... Итак, извините. Мне просто големов сейчас правда не пережить одному. Это очень сложно. Ну, будем подстреливать их. Так. На. Так, во, люди умирают. Во, красавчики, умирайте. Побольше умирайте, пожалуйста. Чтобы хотя бы четвертое место мне занять. Четвертое я вряд ли займу, ну ладно. Так, взяли регенки. Зелье регенки. Это хорошо, кстати, зелье, то, что есть зелье регенки. Ладно, просто бегаем. Так, черные завершили, желтые завершили. Ну, слейтесь, пожалуйста, кто-нибудь. О! Во! Так, давай. Блин, завершил. Ну ладно, мы, хоть мы и проиграли, но в принципе в этой серии бы мы бы выиграли, наверное. Поэтому, извините, что так получилось, что проиграли. Вот, с вами был Зомбак, мой друг, который, у него сейчас проблемы с интернетом, простите за это. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.